Всем привет! Сегодня на обзоре нож от компании Magnum by Boecker. Но перед началом обзора хочу немного рассказать про саму компанию. Компания Boecker – одна из старейших немецких фирм. Она основана еще в 1829 году в небольшом немецком городке Рамшайд братьями Робертом и Генрихом Боекерами. Производство началось с выпуска саблей. В Китае компания открыла свою линию по выпуску складных ножей – Boecker Magnum. Для нее характерно многообразие моделей – простые ножи с одним лезвием, многофункциональные с разным количеством инструментов. Сегодня Boecker ассоциируется с чрезвычайно большим ассортиментом. В продаже возможно найти различные складные и карманные ножи, охотничьи ножи, которым характерен немецкий консерватизм, серии боевых и тактических ножей, ножей для спасательных работ и выполнения задач разной сложности. Поэтому товары этой торговой марки удовлетворяют любого ценителя ножей самым изысканным вкусом и любым достатком. Теперь перейдем к самому ножу. Коробка металлическая, типа подарочная. В коробке нож, пакет с силикагелем и гарантийный талон. Это модель Magnum by Boecker Miyu. В переводе с японского «высший дух». Так как в форме клинка можно увидеть элегантность самурайского меча, объединенного современными технологиями. Есть небольшой аккуратный флиппер с насечками. Нож флипует очень легко и достаточно удобно. Но я не удивлен, так как конструкция осевого винта на шарикоподшипниках. Сам осевой винт на торксах. Замок Liner Lock фиксирует клинок очень надежно и без люфтов. Толстые стальные лайнеры имеют облегчение, но вес все равно ощутим. Это 128 грамм. Накладки из G10 с чиповой фрезеровкой для уменьшения скольжения и удобства держания в руке. Так как мне этот нож достался новым из магазина, но со сломанной клипсой, то эту клипсу я сделал самостоятельно из куска нержавейки. Видео самого процесса можно посмотреть по ссылке в подсказке. Она очень похожа на оригинальную, но с небольшой доработкой. Место крепления для клипсы только одно. Темлячного отверстия нет, что мне кажется является минусом этого ножа. Длина клинка в этого ножа 102 мм, но также есть варианты с длиной клинка 84 мм. Толщина в обухе 3,3 мм. Марка стали 440А. Твердость стали 56-58 HRC. Основная обработка сатин и часть клинка с обработкой Stone Wash. Есть насечка по обуху. Общая длина ножа в разложенном виде 236 мм. Спуски сведенные в ноль, почти от самого обуха. Этот нож идеально подойдет для использования в городских условиях. Особенно он будет интересен тем, кто хочет себе элегантный и красивый нож, но не готов платить за него большие деньги. Благодарю всех за внимание. Поддержите канал лайком и подпиской. До встречи в новых видео. Всем пока!